вот Дуся с рапаном таскается. Думуся, у нее Дуся рапан есть. Да, вот такая ракушка, да. Вот, у Дуси игрушка такая появилась. Кто покупает своим воронам и сорокам всякие игрушки, вот рапан, дайте ей. Она от него будет в восторге. Да, вот такой рапан полезный. Ой, он упал. Подними, Дуся, рапан, подними. Сходи за рапаном, вот так. Ой, хороший рапан, ой. Какая ракушка полезная. Ой, какой рапан. У Дуси свой рапан, и она хочет его спрятать. Дуся, я не заберу у тебя этот рапан, он твой, Дуся. Он твой. Ой, Дуся, любимая игра. Поднять рапан, а потом его уронить. Да, Дуся? Дуся, она, видно, думает, что он орех, хочет его расколоть. Дуся, у тебя генетический разум на рапана, да? Да, да. Дуся, генетический разум, ты помнишь, что его надо расколоть, да, Дусечка? Вот такое утро у Дусечки с рапаном. Дуся, звезда у нас. Дуся, ты звезда. Дуся, ты звезда. Дуся, Дуся. Ай, ай, Дуся меня в палец хочет зябнуть. Привет, привет. Ой, ой, опять рапан. Любимый рапан. Ой, какой он полезный. Ой, она пытается его спрятать, а он такой неудобный. И весь день она с этим рапаном колдобится слева направо. Да, Дуся? Дусечка, а я могу забрать рапан. Да, вот хотел забрать рапан. Смотри, защищай рапана. Вот такой клюв, да. Покажи мне, какой у тебя клюв. Скажи, я тебе сейчас дам за этого рапана промеж глаз. Ой, Дуся. С таким рапаном вообще можно быть счастливым всю жизнь. Вот, да, Дуся? Да.